Здравствуйте. Михаил Викторович вас зовут? Здравствуйте, да. Меня зовут Роман, отдел досудебного взыскания. Рад познакомиться. Что? Рад познакомиться. Михаил Викторович, скажи, с кем вам приходится? Анисия Александровна? Мама. Мама? Мама. Смотрите, дело в том, что мы разыскиваем вашу маму за неуплату по своей кредитной карте. Что с ней случилось, не знаете? Почему она не оплачивает? Живет в порядке. Вот в том году замуж вышла. В том году замуж вышла? Ну да. Замуж вышла, да? Говорите. А что, ее муж не знал, что у нее есть долги перед банком, перед нашим? Ее муж? Знал. Да. Знает? Знает. А что, он ничего не говорит? Ну, смеется. Говорит, вот идиоты. Не понял, что еще раз? Он посмеялся, сказал, вот идиоты. А, вот так вот он сказал даже. Ну да. Я его смотрите, не поддерживаю, я на вашей стороне. Идет суд, на вашу маму ведется суд, ожидаем решения суда. А что так долго-то? Она в 14 году... Долго-то? Да мы ей давали шанс, долг ее подрос как раз. Ей нужно оплатить свою просроченную... Полностью сумму свою ей нужно оплатить 75 400 рублей в течение 2 дней. Или? Или принудительно будут также взыскивать с нее. Сейчас придут, взыщут принудительно, и все. Оплатит она свои 74. Что, 4 года ничего не происходит? Мы ей давали шансы, говорят, так же, как и вам. Вам давали всем шансы. Ты что, парень? Не понял, что? Тебе плохой телефон дали? У вас плохой телефон. У меня хороший, у меня 7,5. А у тебя? Что у вас? Чего не 5 у меня? Я вас плохо слышу, вы говорите 5 что-то у вас. Что 5 у вас? У вас хороший телефон 5? А ты меня хорошо слышишь? iPhone 5S у вас? Ты сейчас у меня хорошо слышишь? Сейчас хорошо. Вот сейчас слышу нормально. Не, извини, просто у меня была громкая, мы тут все сидим, слушаем тебя и смеемся. Все с семьей слушаете, да? Да, все с семьей сидим, тут угораем. Мама ваша рядом, да? Да, она слева сидит. Она тебе факт показала. Да? Ну, большой, говорит, длинный хуй тебе показала. Вот так вот. Ну, значит, не знаю, да? Это мама. Я, а вы такой говорю, смелый, да, Михаил Викторович? Вы нет, такой нет, смелый. Я трус. Вы неадекватно я смелый. Неадекватная речь, смеетесь. А, вот свою. И комментарии вот просто не смотрел. Комментарии, что с вами надо... Я а, вы говорили даже, что ваша мама умерла. Да где мне все равно, я разговариваю, не перебивать меня. Понятно вам? Михаил Викторович. А у тебя что, громкое там включено? Может, вы неадекватно считаете? Ну... Я посмотрю, интересно, как же вы общаетесь с моими друзьями, которые придут и скажут вам... Попросите номера телефонов вашей мамы прийти, чтобы... Попросите номера вашей мамы, телефонов. Ну, хотят, спросите. Я тебе могу продиктовать сейчас номер телефона моей мамы. Да? Да мне не нужен. Мне скоро судебный пристав придут. Так это 4 года-то не идут. Мы просто ожидаем решения суда. Уже ожидают решения суда. Ты помоги мне понять. 4 года вы, блядь, не идете. Мы в судебный... Смотрите, в 16 году был судебный приказ у нее. В 17 году отправление было пристав. Так она в 16 году замуж и вышла-то, блядь. Она же не могла в суде присутствовать. Какой приказ? Какой суд-то без нее? Смотрите, далее ей сделали кое-что другое. Кое-что другое ей сделали. Потом она сейчас уже... Что? Ладно, ну что ты лечишь, Вася? Как суд без документы человека? У нее в 16 году были на... Ну и что? Нет, исполнительное производство у нее уже было. Документы находились у судебных приставов. Ну. А теперь решение суда сейчас ей присудит. Полное досрочное гашение всей суммы. 75 400 рублей. И судебные приставы уже наверняка придут и отпишут вашу маму имущество. То есть, когда отдали бумаги судебным приставам, они еще такие не пошли никуда. Они просто не шевелились, мы заменили судебного пристава, который не хотел по работе. Ты заменил судебного пристава, прикинь, ты, блядь, не имеем права, полное право на федеральный закон. Заменил судебного пристава, представляешь, какой ты умный, блядь. Кто сказал вам, что я коллектор? Ты. Я. Нет, не я, это вы? Муж моей мамы сказал. Вы меня оскорбляете этим. Чем? Кто сказала? Муж моей кто мамы. Кто сказала? Муж моей муж мамы. Муж вашей мамы, что я коллектор. Он вообще со мной разговаривал, муж вашей мамы. Ну он, а он спрашивает, вы с ним разговаривали? Ну вы вообще его не знаете, как вы можете так с ним разговаривать? Он говорит, что ты ему яйца лизал, коллектор. Я помню. Так? Не хотите меня пооскорблять, Михаил Викторович? Я нет, упаси бог, я вообще их не поддерживаю. Они охуели совсем, курят наркоту, травку дышат. Разговаривайте адекватно, Михаил Викторович, спокойно, без масок. Там что не нравится, вам разговаривать, а вы мутрите сидите. Она должна выплатить деньги, абсолютно. Она выплатит их, либо принудительно, либо добровольно. Я понимаете, вчера мне звонил такой же, как вы, еблан. Я даже, вот, говорю маме, на тебе 100 тысяч.
Еще раз так скажите, я разговор передам в суд наш записанный. Ну, иди. И мы посмотрим, кто из нас какой. Какой? Понятно, Михаил Викторович? Это мое субъективное мнение, чувак, я его тебе не навязываю. Мнение ваше? Да. Вы меня оскорбляете. Ну, извините, пожалуйста. Вы думаете? Тогда держите свои мысли при себе, это оскорбление человека. Ну, за это вы мне штраф заплатите, понятно, Михаил Викторович? Если вас это оскорбило, прошу прощения. А что вас оскорбило? Вы меня оскорбили. Мне меня не устраивает ваше прощение. Я на суд подам, да и ну все. И с мамой вместе будете сидеть на одной лавочке. Потом посмотрим напротив другой стороны только. А я буду на своем стороне своего банка сидеть. Сначала вашей маме скажут оплатить 75-400, а потом вам 1030 мне в карман. Будет хорошо. 100 тысяч тогда оплатить при судебной излишке. А у тебя карман-то не лопнет? Нет. Спасибо, мало, Михаил Викторович, как вы. Им звонят, они оскорбляют. Потом надоедают это кому-то из сотрудников банка. Просто много. А зачем ты на такую работу? Документов собирать с вами. Документов с вами собирать. Иди на стройку работать. Да, Михаил Викторович, да лучше, чем вы работаете. Да что, я на стройке работаю. Лучше, чем ваша работа. Лучше, чем ваша работа. Я лучше здесь сижу. Я людям жилье не знаю. Кричать на меня не надо. Строите вы дома, да вы тут строите канализацию, прокладываете дальше свое. Вот вы будете здесь в кабинете, под кондиционером, пить чай. Понятно? Я буду сидеть под кондиционером, пить чай. А вы будете настроить, строить мне дом, будете строить мне дом, который меня потом не устроит, и вы его будете перестраивать. Да нет, чувак, твоя котором... эта работа как раз для да, тебя. Да, строитель, прораб, да, там? Да, прораб, рабочий, да? Строитель, а нет, рабочий строительный бригады. Да, 140 тысяч в месяц. И пресс Егор Анатолий Николаевич, может, туда позвонить, ему вот рабочий телефон, давай, и сказать, что вашу маму в суд подают. Позвони в рабочий телефон. Одна лели совсем, вы оскорбляете людей. Мне как начальник сказал, тебя нахуй послать на телевизор. Ну, это я не поддерживаю. Вы негативные последствия, да? Это начальник, я не поддерживаю. Оплата от вас поступит. Оплата от вас поступит. Оплата, я сказал, от вас поступит. Это не я. Кто такой? Это не я, это начальник мой. Я вообще не поддерживаю. Я давал ей денег вчера. Я говорю, сходи, заплати. Ну, вы 75-400 ей дали, да вы сами сходите оплатить. Нет, 100 вчера ей дал. 100 тысяч вчера дали. Я на тот момент, когда она кредит брала, где-то 1030 получал. Сейчас у меня 140. Я снял с карточки, 140 тысяч. Школу, строитель, 140 тысяч получает. Я говорю, на, сходи, заплати. Она взяла своего мужа. Строитель получает 100 тысяч. Рабочий бригады. То есть тот, кто таскает цемент наверх, кладет кладку, получает 140 тысяч. Нет, я уже не кладу. Вы будете такую информацию лечить, знаете, кому, кто живет в Владивостоке? А никто не был ни в Владивостоке. Знаете, с чем мне повезло, что я с вами разговариваю? Знаете, почему? Знаете, почему я с вами разговариваю, люблю с такими разговорами, как вы, которые меня обманывают и преувеличивают? Смотрите. В том, что по футболу я работаю туда, и есть много знакомых там, и многие, кто работает и в банках там, вот у меня есть знакомый там в банке работает, только не в моем, а в Сбербанке, директор этого филиала, он получает 160 твой тысяч. Твой знакомый директор филиала? Да, футбольный фанат, да. Сбербанка получает, а знаешь, что кассир получает в банке Сбербанка? 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, прикинь, 10. Кассир? Да, блядь. Сидит, сука, на кассе, и за 10 тысяч рублей сидит. Сидит. Сколько? Это кто, наверное, так у вас сидит там за 10 тысяч рублей? Значит, наверное, не страх, что вас награды, просто общается так же, как и вы, не может разговаривать корректно. Кассир сидит? Неадекватный, просто человек не может общаться, поэтому он и будет, да, 10 тысяч рублей свой оклад получать. Наверное, без, я без не премий. Знаю. Наверное, вот так же. А суть-то в том, что это государственный банк, Сбербанк, но... Но? Но. А того зарплата такая. Премия-то у всех есть. А это участника работы. Какая зарплата? У них зарплата минимум 22 тысячи рублей. Сколько вы домов построили? Которые сломали, наверное, если вы так же строите, как и долгиры сдаете. Так же, как вы долгиры сдаете, вы дома строите своей семьей. Знаете, чем вы пользуетесь, я художники? Тем, что вам звонят, они приходят. Я говорю, сходи, мам, заплати мне бабки. Пускай они уже отъебутся с этими деньгами. Она взяла эти 100 тысяч рублей. И пошла вчера, сели они в машину, с твоему хахали, ржут, короче. И поехали. Ехали они мимо какого-то магазина, зашли и все 100 тысяч туда спустили. Приезжают, показывают колечко и сережки. Я говорю, охуеть, блядь, больше тебе денег не дам. Алло. Я ничего не могу поделать, понимаешь? Вот что-то не хочешь платить, я-то что? Что, мне маму свою пить, что ли? Вы не будете платить, да? Информацию своей маме передать можно? А что я-то буду платить, если вот она сидит живая? Вы будете платить. А я-то что должен платить? Вы зачем денег дали? Вы проконтролируете факт оплаты, только надо будет маму сходить и оплатить. Я вчера дала, надо было сходить самому оплатить. Но надо было сходить самому оплатить. Вам не раз звонили, у вас адекватное поведение. Вы нас обманываете, вам ставлю отказ от погашения. И пусть вашу маму взыскивает мне принудительно. Пусть вашу маму взыскивает принудительно, мне все равно. Ты на меня клюешь, что-то не на воде. Уголовная статья, чувак. Тебе до 3 лет светит. Вы говорили, что ваша мама умерла, так? Когда я говорил такое? 25 сентября. 25 сентября? 25 сентября. Да, вам поступил звонок от Сергея Владимировича. Я помню, я был бухой, короче, и мы были в сауне, ебали шлюх.
Да, вы корректно, можете разговаривать, он сказал. Ну, короче, мы были в сауне, принимали горячительные напитки и с женщинами легкого поведения развлекались. Вот так вот. Хорошо, Михаил Викторович, проконтролировать факт оплаты, я так понял, вы не можете, да? Да как я могу? Я что, пастух, что ли? Я хорошо. Не могу, это ж мама моя. Информацию передать своей маме. Информацию маме передать своей можете? Да, она сидит, слушает себя. Сегодня лишнее передайте, если она всем другим оплатит. 75 400. 400. Ну, 400. Ну. Она будет их отдавать принудительно. Ты будешь отдавать их, блядь, принудительно, поняла? Ну, дальше все. До свидания, все. До свидания. Все, что ли? Ищи себя на YouTube-канале, чувак.